Эти отпечатки древних растений скрывались в толще каменно-угольного пласта сотни миллионов лет. Коркинский угольный разрез под Челябинском. Он самый глубокий в стране. Но горняков это не очень радует. Все длиннее становятся транспортеры и подъездные пути, а значит и дороже добыча. В отвалах же остается немало угля. Правда, ради одной его тонны надо переработать несколько тонн породы. Но сегодня это экономически целесообразно. Велико богатство уральских недр, но не беспредельно. 100% извлечение угля – вот курс, принятый коркинскими горняками. Его правильность убедительно подтверждается трудовыми успехами коллектива. План года выполнен за 8 месяцев.